Андрей, с какими мыслями сегодня вообще выходили на игру, с какими чувствами? Ну, чувства, конечно, переполняют, когда возвращаешься в тот год, в котором проиграл большую часть карьеры, в котором, скажем так, оставлен большой отпечаток и в личном плане. Женой женился, собственно, и когда пришел все знакомые, всех рад видеть. Эмоции переполняют. Ностальгия, скажем так. Ну, хотелось, важно было гол забить сегодня. Ой, знаете, всегда важно забить. Не важно, как это будет, как, где это будет. Но когда ты забиваешь в своей команде, как бывшие говорят, так должен. Никого можешь не забивать, а своей бывшей обязанности. Тебе порадовались. Некоторые не радуются, вы порадовались. Ну, я чуть-чуть порадовался. Это первый гол в чемпионате. Просто очень много моментов был, когда должен был мяч забивать, а он не шел в ворота. И первый гол в чемпионате. Надеюсь, даст толчок. Да? В свое время с Григоряном как-то неоднозначно было, он вас держал на замене, не давал играть. Никогда не было такого, я всегда говорил, Григорян был капитаном команды. То есть каких-то там забитий? Нет, я хорошо общаюсь с Тальчиком, нормальный мужик. И тренер хороший, ничего не могу сказать. Слышали? Все нормально. Слышали? И созванимся. Когда забили, вам хлопали наши болельщики? Ну, конечно, конечно, я слышал. И много других выкликов приятных, типа возвращайся в команду. Очень приятно, что встречают нас. Очень приятно. Тарифы телекурки, что летом можете вернуться в Скайэнергию, не было таких мыслей? У меня контракт 2 года с Факелом, и как мне все устраивает. Это только